23 октября в 16:00 в центре Царский состоится концерт «Не хлебом единым» памяти поэта Ивана Лещева. В программе концерта стихи и вокальные произведения авторства Ивана Лещева. Фортепианные произведения. Ведет концерт Евгений Лядов. Вход за свободные пожертвования. На следующий день, 24 октября, состоится концерт «Поэтический октябрь». Начало в 18:30. В программе концерта прозвучат стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Цветаевой и других поэтов. Вокальные и фортепианные произведения. Исполнители, артисты театра «Слово» народной артистки России Тамары Ворониной. Вход по билетам.